Привет, моделисты и моделистки AK, город Цинциннати, штат Огайо. Кто первый раз, ребята и девчата? Я живу в 100% англоговорящей среде, я повторяю, потому что у меня проскальзывают английские слова. Я не могу подобрать сразу русский. Русский для меня экзотика. Обещаю, этот стрим будет фан. Вперед. Что у нас есть? У нас есть захват винда, компьютер виндовый, и есть топ-камера с ленсом. Новая система. Ну, относительно уже, наверное, 1,5-2 года. Я год уже этого карантина не считаю, он как просто год за два, что ли, я не знаю. Ну, в общем, что-то в этом духе, около 2 лет. Вдруг, если вы ударились головой, юмор вот такой, упали с дерева или что-то, и купили ленс, хотя я с ленсом занимаюсь, нет, это шутка, конечно, я с ленсом занимаюсь на экзотике, экзотическом, привет, Евгений. Я с ленсом увидел, почитал я о нем давно, в году, наверное, в 97-8, так чуть-чуть заинтересовался. Потом приехал на шоу первый раз в 99 году в Германию. Там было в Кёльн, в Мюнхен. И на следующий год я поехал в Кёльн, и там я купил первый сет. Он был сет 100, по-моему. Две коробочки, одна командная система, одна... Вернее, не так. Командная система и бустер, они маленькие. Но были 5... По-моему, все-таки были 5-амперные. Хороший вопрос. Сейчас это все, конечно же, вышло на более серьезный уровень. Тогда мощные клубы, к примеру... клубы в каждом городе Германии есть клуб. И вот здесь в Америке будет Digitrucks. И либо Ленс в Цинциннати, потому что я продал сколько комплектов, много, 200, может быть, даже больше за 10 лет. То есть большие клубы, потому что 5-амперный выход, и бустеры очень легко подключить, и все работает надежно. Крутилки были не беспроводные, конечно, wireless это сейчас. Так вот. Ленс, конечно, с ними нужно всегда такая, как сказать, в стойке вы стоите. Но в этот раз они отличились. Сейчас я улыбаюсь. Мне просто... Уже челюсть заболела от смеха. Значит, что они отчебучили? Ну, сам мистер Ленс, он такой своеобразный человек. Я его лично знаю. Он даже помнит, наверное, меня. Сколько ему сейчас уже прилично? Он в возрасте. Я думаю, сейчас... бразды правления. Последний раз я его видел в Индианаполис, по-моему, в 2016 году шоу было, да? Следующее шоу, я не знаю, если в Калифорнию, конечно, я не поеду, но ближайшее шоу мы, конечно же, с Робом слетаем. Так вот, как они отличились? Ну, долгие истории про всякие сарапы. Самое главное, я продал 2 недели назад, что-то в этом духе, новый комплект, сет, да, сет 101, с новой крутилкой и этой командной системой, бустер все вместе, 5 ампер, компьютерный интерфейс здесь, сейчас показываю. Наберитесь терпения, потому что будет очень много информации, и, ну, за полчасика, я надеюсь, мы уложимся. Значит, что у нас? Стандартное все, вот с этой стороны, JK на макет, UNV это напруга, UNV тоже у них какой-то новый разъем, которого я вообще не видел, ни один, который у меня есть, такие hot swap, да, быстрые, компьютерные, да, не нашел. Ну, ExpressNet стандартная вещь. Такое впечатление, вот это уже сделано из Gitinax, но это без разницы. Вот этот USB-порт для апдейта. Видите, здесь такой стик. Дальше что у нас?
ну, USB, программированный feedback track, да, здесь нижние CDE для бустера и ExpressNet терминал. То есть вот это вот то же самое, как вот это вот DIN 5. Так, все теперь в одном, как говорится, флаконе. Отдельный USB есть, к нему, если вы хотите поставить на network, то тогда вам нужна еще другая коробочка, где Ethernet порт. Okay. Ну, сейчас больше голову заморачивать вам, ребят, не буду. То есть, когда я продал, email пришел, может быть, через несколько дней. Спасибо большое, очень доволен, все такое. А софта там, firmware, стоит 3.8. А у меня на веб-сайте написано 4. Я как то, что я за что купил, за то и продаю. Евгений, привет. Мужик говорит, а стик-то тоже с этим? Вот это меня сразу так напрягло. Зачем они поставились? Причем этот стик какой-то proprietary, да, только для ленса, только под ленс. И один раз его используете, он сам, типа, так в инструкции написано, что все, нужно возвращать самому ленсу это дело. Окей, я пишу ленсовскому US Distributor, да, Lens Agency, как они называют. Раньше была дамочка, мы корешились, она меня вообще в это дело вообще втянула. Говорит, ты давай инсталляции делай, мы тебя это самое забросаем декодерами. Так и было в 2002 году, дело началось. Ну так вот, я говорю, слушай, мужик, мне нужно контактировать с agency, с этим разобраться совсем. Пишу мужику вот этому, который, ну у него как женское имя, Джейн, ну может быть мужик и как Лесли, как моя жена, может быть мужское, может как Александр, Александра, да, типа такого. И народ думает, что это женщина, но это мужик. Вот такой своеобразный тоже. Не, буквально 2 дня назад мы говорили об этом. Я говорю, слушай, во-первых, я заказываю вот эти wireless, и там я не вижу профита. Я с ним на него немножко наехал. Я говорю, слушай, давай как-то разберись. Что-то у меня там по 20 баксов всего на это wireless. Это не серьезно. Он говорит, ладно, разберусь. Теперь, когда мы переписывались, дело дошло до этой версии. Сейчас я вам покажу, ребят, чтобы не быть голословным. Эта штука подключена уже сейчас к напруге. Есть зеленая индикатор. Здесь видно, что это USB подключено. Красный индикатор внизу, нижний, показывает, о, как раз, показывает, что напруга на рельсе не есть. Сейчас я включу, выключу. Видите, он моргает. Посмотрите сюда. Так. Красная, вот это я, честно говоря, наверное, это просто индикация, что он включен. Теперь я делаю так, вырубаю просто из сети, по-простецки. Так. До сих пор видно, что USB, то есть оно его видит, питание идет сюда на USB. Теперь смотрите, беру этот memory stick, как они говорят, индикатор этих LED здесь, и 3. Значит, желтый здесь показывает, что то, что firmware здесь, то и на memory stick. Я просто проверяю. Либо они стикеры не те поставили. Вообще, это какая-то прям investigation. Да, почему вообще такая лажа? Hey, what's up? Heath, my man. I will do it in English after that. Yes, sir. Happy 4th, my man. So... And that was like great stream. I just watched the last one, I think. That was fun. Так, на русском. Значит, желтый индикация, что здесь они одинаковые. И два других, ну не сейчас это не так важно. Сейчас, ну ладно, откроем бумажку, посмотрим про memory stick. Так, написано, индикация, first disconnect, это мы уже сделали,
И вот, есть диаграммка. Значит, желтый совпадает. А желтый и зеленый, что это новая версия, здесь на стик, а на этом старая. Красный и желтый, что на стике старшая версия более, чем здесь. И flashing, stick has already... А, вот она, засада начинается. Что уже его использовали. Но я уже проверил, ребят, я, чтобы времени не терять нам, конечно же, я сделал. Так, врубаем. Так, смотрим на здесь. Не очень будет супер видно. Они быстро перемигнулись. Вот здесь был красный, потом стал желтый. Вот он, красавчик. Чуть поближе. Здесь все то же самое. И, пардон, не то же самое. То есть напруга показывает, что нет, и дисплей показывает, что никакой... То есть командная станция не работает как командная станция, а работает вот все внимание сюда, на memory stick. Я почитаю Жень сейчас. Все, минуточку. А кто у нас? Нет. Вячеслав. А, Вячеслав. Ну, пардон. А что там на пивчик за долари на Патреоне? А, ну мне пив, на пивко. Роб придет, мы прям подкатим много. Я настроил GMRI. Слава тебе, Господи. Описание проблемы я отправил в мессенджер. Может быть, тебе пригодится для стримов. Разумеется, спасибо, ребят, отлично, супер. Но если не поленитесь, еще в группе оставьте, пожалуйста, там все доступно. Как история. Я сам тогда, может, поставлю, если не возражаете тоже. Так. То есть, все то, что здесь, то и здесь нормально. Окей. Почему они положили вот этот memory stick? Я уже сколько, 4, 3, да, почти неделю думаю об этом. Непонятно. То есть, ребят, резюме, мы еще не закончили, мы только начали. Резюме, никому не доверять, все проверять. Так, далее. Вырубаем это дело, вырубаем этот стик. Ну, сейчас пойдет фан, как мы планировали. Врубаю опять это дело. Сейчас мы займемся компьютериком. Это будет фан точно. Так, мне бумажку надо убрать эту. Инструкция на английском. В конечном итоге инструкция на английском и на немецком, по-моему, один буклет. Может быть, даже но по французскому, по барабану. И я хочу выяснить, что там за пиво, какое оно у вас. А вот томское пиво, сегодня в Барнауле взял. Томское здесь у нас нет. Вообще уже поставок вот в магазин один, который и там Балтика была, а вот никакой экзотики нет. Пиво у нас какое? Я пью немецкое в основном, немецкое, немножко чешское иногда, американское, оно своеобразно. Ребят, давай про пиво, нет проблем. На трэшевый канал, AK, вернее, Crazy Russian USA, белая эмблема AK, но на белом фоне черные буквы. Там все есть. Так, Иван Максимов, здорово. Ну что, займемся самым фаном. То есть мужик-то оказался, ну, пока вроде нормальный, не слишком. Но сегодня еще праздник, сегодня отрабатываем праздник за выходной. То есть никто не работает. Мужик-то вроде бы нормальный. То есть он не... Вообще, кто ленцем занимается, люди адекватные в основном. А вот кто MRC занимается, ребят, то мы даже прекратили продавать MRC из-за этого. Там панк-рок начался. И он, ну какие solution, что мы будем делать об этом? Я говорю, подожди. И я хочу разобраться досконально, как говорится. А сложно, да, с доставкой в США вашей продукции? А как вагонным протирщиком? Почему? Мы можем отправить. Просто сейчас немножко стрёмно, по-моему, на почте. Ты хочешь протирщик вагон, Жень? Пардон, Владислав. Мы продаем по всему миру. Ну, просто это будет стоить там сотка баксов, чтобы
с хороший трекинг был и все. Вот. Можно отправить. Мы по всему миру отправляем. Мы не отправляем в какой-то стрём совсем, но где есть Global какой-то, ExpressNet или DHL. У меня кореш в DHL работает хороший. Можно ему через него отправить. Но это будет дорого, ребят. Ну, соточка, я говорю, соточка, что-то в этом духе. Ну, 80. Надо конкретно уже смотреть. Она легкая, эта протиралка-то, но просто за insurance и сама вид доставки, не просто USPS. Потом вы, ребят, будете ко мне писать, говорить, куда ушло, где это. А я там написано tracking входной, и потом где-то она там сидит, где-то в Дублине, или не знаю, как это идет, сидит там полмесяца, потом в конечном итоге попадает в Россию, и уже там никакого tracking нету. Продолжаем, ребят. А тот самый, в который можно наливать жидкость даже из металла. Ага, да, я об этом и говорю. Из металла, который, да. Я делал обзор недавно. Так, ну, ребят, на тему, чтобы меня четко все было, пошло. Теперь виндарь. Да, и мужик говорит, слушай, как мы будем делать? Я говорю, подожди, разберусь, сейчас мне надо разобраться. И он мне посылает вот такую вот вещь. Это я уже все подключил, смотрите внимательно. Раз я купил такой классный компьютер, давайте использовать. Что? Так, что у нас цвет? Желтый. Ну, возьмем такой зеленый. Что после прочитывания, мы сейчас все подключим, подключим, да, что вот у нас-то 3.8, так, интерфейс все есть, скорость есть, все есть, четко. И он мне посылает вот такой вот принт-скрин, вот прям вот так, раз, напечатал, вернее, принт-скрин и мне послал. Я думаю, чувак знает, что делает. Это круто. Ну, вообще здесь ума не надо. Из-за этого я вам сейчас показываю, ребят. В этот раз с виндарем на десяточке просто клик-клик-клик. Никаких драйверов не надо. Никакого маразма, как раньше там кто-то сделал какой-то костыль, горбыль, или как называют, какой-то патч на известный драйвер. Одно из какой-то управления вот этого вот порта. То есть раньше был, там 5 лет назад еще был панк-рок полностью с самим интерфейсом. Сейчас они в конечном итоге. Ну вот Lens. То есть они быстро все не сделают, но в конечном итоге все работает и все четко. Вот демонстрирую сейчас. Значит, когда сейчас продемонстрирую. Так. Всем привет. Лично я больше предпочитаю электровозы. Вот как со звуком для электровозов. Привет, Вадим. С электровозами здесь, ну, Европа, наверное, да, с электровозами я, честно говоря, не такой супер пропеллер, хотя Тарус, Торус, Торус для меня это просто вышаг, как говорится. Американские, ну, там GG1, там несколько еще были на Пенсильвании, здесь такого. Сейчас новые, разумеется, вот эти все Нью-Джерси Транзит, но они все европейские, здесь их не делают. Так, когда вы врубите, о, Торос, братан, это самый лучший для меня. Торос это просто, у меня их несколько штук. Когда вы врубите командную систему, окей, компу, вам нужно загрузить вот такую программку Lens CV Editor. Это с ним программка, которая работает с Lens компьютером интерфейс. Но для начала все-таки не такая она самообучающаяся, она не детектирует компорт. То есть идете в девайс менеджер, вот ваш компорт 7. До этого у меня, может, был другой был, не так важно, но в конечном итоге вы его найдете и вуаля, мы смотрим, куда мы контактируем, вот сюда. Нажимаем, вернее, выбираем седьмой, он как раз здесь виден, четко. Но ну, это вот предыдущий мой connection, сюда, drop-down menu, boom, потому что у вас здесь, ребят, можно вот этот LAN, который, LAN USB, старый USB,
Вообще древнейшее USB. Это еще самое первое. И декодер программер. Вот это я немножко тоже что-то не помню. Декодер программер. Может быть, был. Может быть, был отдельный у них. Или новый будет. Connect. Та-дам. Go. Mean stop. Я по идее, он, по-моему, отключит этот самый напругу. Да, отключает напругу. Поверьте мне на слово. Красный, видите, да. То есть напруга с рельсина ушла. Ну, ладно. Сейчас я продемонстрирую. Топ. У нас топ-кемера. Вот она. Здесь. Блинк. Блинк, блинк, блинк. Так. Windows опять. Все четко. Значит, 3.8. Это мы уже все рассмотрели. Здесь все отлично. И мужик мне говорит, слушай, давай мне четвертую. Я не могу перепрограммировать декодер. И я так, hold on. Подожди. Созвонился с этим US-дистрибьютором, и говорю ему, слушай, мужик, говорит, нельзя перепрограммировать. Я ничего не делал этого, я сейчас только узнал об этом. Он говорит, не-не-не-не-не-не. Ну, в общем, не-не-не, короче, будет сейчас разбор полетов. Будет на английском, я уже там стесняться ничего не буду. Врубаем все, так? Идем, локомотив, control, адрес 3. Все у нас здесь четко. Работает или не работает? По идее, должен работать. Так, или что у нас? А, не-не-не-не-не, ребят, не будет работать. Это у меня не на программаторе. Мы идем на программатор. То есть вот здесь вы можете тестировать все. Вообще любой локомотив. Decoder Basic Settings. Все, вот что нужно. Хочу прочитать все, и мы посмотрим, что к чему. Потому что сейчас он подключен к Program Track. Отдельный выход на Program Track, что очень важно. Из-за этого я Lens просто люблю. И Lens у меня... Каждый день я работаю с Ленсом, потому что отдельный слаботочный программирован Program Track. Слышите, теперь слушайте внимательно. Вот он. Читать начал. Читать, читать, читать. Ну, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец, чтобы не быть голословным. Топ-кэмера. Смотрите, еще раз делаю. Complete read. Вот он. Здесь все. Моторчик крутится, все читает, все. Возвращается в нормальное состояние. Так, Вячеслав, сколько инфы уже на канале нужно просматривать все. У меня пока аналоговая система с рычажками от пика. Ну, так все начинали. Готовлюсь к переменке по рельсам и пульту управления. Все. Так. Ребят, все, я не это, не фокусы устраиваю здесь. Все, так сказать, видно. Теперь. Декодер врубаем виндарь опять. И вот где ответ-то как раз. И мужик оказался прав. А Ленс местный, братан, что-то не того. И вот что я хочу сделать. Decoder Extended Setting. Мужик говорит, что я не могу перепрограммировать или даже прочитать. Я вам показываю. А этот говорит, что все нормально. Не гугу. То есть я не могу, он не читает декодеры с этой версии. То есть, по идее, decoder description, ну, написано, да? Read all. Давай, читай. Хрен два, что это? CV. Read all. Открыть. Open decoder. Знаю, что здесь открывать. Firmware. Может быть, я что-то не догоняю. Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем. Ничего здесь нет. Я говорю, засада подкралась. Засада подкралась. Decoder Manual Programming. Это работает. Так, CV1. Читаю. Третий. Могу поменять, записать.
либо же на program on main, это тоже будет работать. Окей? То есть все четко. Теперь decoder firmware update. И здесь все такое. Ничего. То есть мужик оказался... Здесь у нас все сырап, здесь все четко работает. Мужик оказался прав. Папка первая была с decoder файл, называется. Decoder файл. Ну, ребят, сейчас минуточку. Сейчас я буквально на секундочку топ сделаем камеру. Один сек. Decoder. Открыть. Load template. В load template ничего нету. Decoder. Lens. Decoder files. Ничего здесь нет, ребят. Driver. Ничего в этих папках нету. Ни templates, ничего. Тишина. Вот, могу еще раз показать. Windows. Local disk, templates, lens. Нету. Ничего нету. Возвращаемся. Ничего нету. Ничего нету. Драйвер, по идее, должен быть от decoder files. Тишина. То есть, теоретически, я должен прочитать это все, да, это firmware, прочитать. Но ничего же не читается. То есть, тишина. Все. Ну, как у вас еще? Lens после Zimo Lens. Lens не то, что круче ESU, но он... Ну, как-то мне он более... Ну, может быть, я из него начал. Я не могу, ребята, объяснить. В общем, вот такая история. Все. Я платил денежку. Как сказал, два стика идут, которые я буду продавать. Оказывается, этот firmware не дешевый. Вернее, не то, что не дешевый. Я плачу по 60 баксов. Мне нужно тоже наварить, ну, хотя бы 10 баксов с них. То есть я буду продавать по 75, наверное. Ну, там, с шиппингом минимальным, так? Вот такая засада. Как они все-таки умудрились вот эту вот штуку сюда. Вот смысл, ребят. Если вы... Я не догадываюсь. Если вы, у вас какая-то идея есть, пишите, я буду очень рад. Но видео на английском будет прямо сейчас, скоро. Ну, перерывчик сделаем небольшой. Немножко... Разложить их на косточки, как говорится, по косточкам. Все, ребят, спасибо за поддержку. Нам на пивко с Робом. Ну, я сейчас пью пивко. Патреончик, потом есть еще Streamlab какой-то, PayPal, все в описании, либо же membership на основном канале. Спасибо за внимание. Успехов, я надеюсь. Голова у вас еще не треснула от напруги такой. Ну, это еще даже не супер. Когда программирование начнется, там программирование декодеров самих, либо же программирование schedule, вот это вот, это уже высший пилотаж. Давай!